Салют, никель тут. Продолжаем играть в снак. На очереди у нас третья ночь. А где звук, я не понял. А, звук есть, окей. Так, погромче сделаю, окей. Погнали. Так, давайте попробуем на харде по приколу. Ну а чё, опа! Разыскивается повар. Количество жертв 6, возраст 34, имя ясно. Из психбольницы сбежал неадекватный извращенец-маньяк. Он часто стоял посреди дороги и рассказывал прохожим странные анекдоты про поваров. Разыскивается живым или мертвым. Спасибо за высшее сотрудничество. А я вот забыл, сложность влияет на анкету? Или она одинаковая всегда? По-моему, одинаковая, не помню. Зря я это сделал. Зря я на хард поставил, окей. Алло, у меня для вас хорошие новости. Если вы меня слушаете, то вы еще живы. И чтобы так продолжалось, я вам расскажу о костюме мускусной утки Шипуна, в котором вы можете спрятаться от талисманов нашего заведения. Он находится на складе в каком-то ящике. Его эффективность не доказана, но вы можете проверить это. Не понял. Это. Я бы сам с удовольствием это проверил. Но, а, ну это же робот говорит, да? Секонд-хендом. Не анкета, а как вырезка из газеты, как называется. Возможно, анкета нахер. Она вам понадобится. А прикиньте, на харде реально пройду. Вот уже мы практически всю ночь прошли. Считай, 30 секунд, это 1/12. Ну а чё, я не против теперь попытки все пройти. О, бля, Фокси сбежал. Да, закрываем дверь. Быстро! А по какой камере он бежит? Не Фокси, в смысле? Или он не отсюда бежит, я хер его помню. Не, на харде вряд ли я смогу сейчас что-то пройти, потому что... потому что меня сейчас убьют, вот прям сейчас. Опа! Ты ушел? Ну, допустим. Ну, пока ничего сложного, и тоже скример. Нажимайся. Ну, я теперь профи, ребят, но на нормале я точно пройду. Сегодня план пройти две ночи, ребят. Чисто по звукам ориентируемся. Все легко, они бесполезны. Как говорил Куплинов, они... Ну, хотя они такие уже бесполезные. Что-то слышу, окей, что-то слышу. Бля, проблема-то в том, что у меня... Я забыл про энергию, я такой, ага, они бесполезны. I hate guests. Я ненавижу гусей. Ну все, беда. Но в любом случае беда, потому что как бы... Мне энергии не хватит. Так, на это забиваем. Короче, контролируем в основном правую дверь. Окей. И все будет окей у нас. Замечательно. Ушел, хорошо. Да не, ребят, нам не хватит. Нам не хватит. Надо нормал срочно ставить, он что-то слишком активный. Опа, я вижу трех аниматроников. А где типа Фокси? Где? А, возможно, вот на этой, такая сцена 2, да? Может, просто за ним надо чаще следить как-то, не? А что ж ты будешь делать? Тупо правую дверь закрываюсь. Похер. А может и уложимся, не знаю. Может прокатить. А может и нет. Что-то слышу. Да не, как-то легко пока. На нормале, думаю, точно приду. На сегодня две ночи, должен затащить. Опа, здорово. Там еще кто-то был, погоди. Уходи. Бля, это кто, кстати? Ушел, хорошо. Не, ребят, мы просрали все. А кто это? Бля, забываешь за... А, ушел. Будет. А, там просто отрублен. А может его не надо бояться? Давайте проверим. А если я камеру открою? Типа у него голова отрубленная, как бы.
Мне похер вообще. Ну не, я всрал, конечно же. Но все это провал, потому что на харде тут нереально. Ну, по крайней мере, с первого раза. Так. Бля, а это кто еще? Дверку закрываем. Ну, чуть-чуть не хватило. Каких-то 2/3 часа. Ну, все. Давайте посмотрим на скример. Что за скример нас ждет? Интересно. Не страшно. Ночной сторож подавился огурцом. Зеленого злоумышленника у пострадавшего убрали. Ведутся следственные действия. Огурец утверждает, что он не виноват. И его силой впихнули в жертву. Гениально. Ну ладно. Силы так силы. Бывает. Бля, не повезло. Сука, не повезло. Алло, у меня для вас хорошие новости. Если вы меня слушаете, да, то вы говорите? Еще живы. И чтобы так продолжалось, я вам расскажу о костюме мускусной утки шипуна, в котором вы можете спрятаться от талисманов нашего заведения. А как? Талисманов? Нихера себе, это ящике. Монстры просто, а не талисманы. Не доказана, но вы можете проверить это. Так, Фалти, так, а из какой комнаты Фокси? Я просто не знаю, как его зовут. Фалти, не Фалти, Хиральти, Хиральти. Эту информацию к сведению. Возможно, к сведению, бля. Вот сведения будет моих концов, блин. Так, судя, по-моему, вот здесь, в Б, С, сцена 2. Бля, ребят, покаверим, шарим, покаверим. Давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Это сцена. Опа, это какой-то гусь. Ну и хер с ним. Ну и гусь с ним, да. Да. Гусь, а где? А, вот уже. Я знаю, ты имеешь ключ для выхода. Да ладно. Ничего, что-то... Я не могу... откуда? В смысле, откуда он взялся вообще? Что за беспредел? Откуда? За последний месяц... А, это я читал вроде. Или нет? Что-то у меня сейчас... Я сегодня не выспался. Просто к 8:30 надо было на учебу ехать. Ну да ладно. Так, ладно, давайте попытаюсь все-таки. Третья ночь, да. А, так оказывается, это можно скипнуть. Блин, а я как дурак ждал. Алло, просто нажать можно было и все. Новости. Если вы меня слушаете, то вы еще живы. И чтобы спасибо так продолжалось, большое. Я вам расскажу о костюме мускусной утки Шипуна. Но это я слушал. В котором вы можете спрятаться от талисманов нашего заведения. Примите эту информацию. Так, кто-то топает, кто-то возможно, топает. Она вам понадобится. А кто топает? А как я в прошлый раз умер? А, блин, надо двери было проверять. Вот я идиот. Рядом с нами никого нет. Блин, я всех просрал. Тут никого же нет. Никого не было. Окей, давайте чаще будем проверять, значит, двери. А может быть такое, что они в дверях не будут отображаться? О, тут еще какие-то гуси. Опять ты, да иди ты на... Бля, не-не-не, ребят, что-то какое-то вообще... Бред происходит. Трагическая случайность. Но это я все читал. Да. Попотеть придется. Так, отключаем. Нихера он мне не помогает. Так. Какую-то ересь несет. Но, во всяком случае, эта информация мне никак не помогла. Так. Все, теперь действуем наверняка, действуем оперативно. Может, дверь на всякий случай закрывать? Но тогда я боюсь, что нам не хватит энергии. Так, а, зеленый гусь. А, вот. Следим по камерам вот за этим. Этот на месте, этот. Просто я не привык еще, это же все-таки не FNAF. А это немножко другая игра, как бы. Но пародия, опять же. Так. Бля, где... А, на кухне, значит. Это типа вроде Чики выступает или что? Фокси. Я не знаю, как его зовут. Фалти. Не Фалти, так. А, зеленый гусь. А, это какой-то другой гусь. А, блин, чего я так много потратил-то? Все. Опа! Чувак ушел. Бля. А зеленый гусь, он обычно... Да, по дверям появляется. Так что...
Опа, здорово. Бля, дверку закрыть надо. А, или это как спринт-трап или что? Шоу, хорошо. Бля, сколько энергии ты уже потратил. Хотя не, я пока укладываюсь, ребят, смотрите. Бля. Смотрите, пол второго и три четверти. Нормально пока укладываюсь. Так кто, бля, сука, извиняюсь. Кто топает, сука? Не, я не столько боюсь, сколько мне будет... Мне просто обидно просрать будет. Бля, Фокси бежит! Я не боюсь, чтобы вы понимали, мне просто хочется... Пройти сегодня две ночи, бля, следим. Пока укладываемся. Хорошо, ребят. На всякий случай закрыл. Но Фокси он прям... Ну не Фокси в смысле. Раз, два, раз, два. Это все пока аниматроники. Не знаю, есть какой-нибудь золотой гусь или нет. О, опа, опа. Вот так вот я и просирал. Вот так вот я, сука, и просирал. Можно открыть? Спасибо. Бля, вот уже скоро не будем укладываться, хотя пока, пока все нормально. Так, ладно, укладываемся, ребят, укладываемся. Спать идем, говорю, укладываемся. Тихо. Ребят, извините, что я ору на эмоциях. Ой, идет, кажется. Бля, ах ты, сука. Так, где этот мудила? Ага, этот ушел. Бля, этот готовится, слышь. Так, эта дверка открыта, окей. Ага, я ненавижу гусей, я это понял. Бежит, до свидания. Опа! Бля, смотри, обстановка как накаляется. О, другой гусь какой-то. Никто не бежит ко мне. Бля. Никого? Никого. Бля, там какой-то этот... Гусь без головы, его бояться, судя по всему, не надо. Да ах ты, сука! А что означает этот гусь без головы? Мне энергии так не хватит, алло. Похер на это. О, этот уже наготове. Короче, похер на гуся без головы, окей. Ага, нормально. Бля, короче, я понял стратегию. Ну все, мы всрали уже. Все, в принципе, легко, но энергии нам не хватит, к сожалению. Хотя, кто знает. Короче, ребят, по сути, можно следить только за вот этой камерой. Пока что, я не знаю. О, до свидания. А, да закрывайте, сука! Во, как вовремя-то. Похер на себя. А, отдыхает, молодец. Это последняя его фаза, точнее, ну как последняя получается, да. Ну, точнее, первая, но последняя, как у Фокси. Я не знаю, хватит нам. Кто-то топает. Опа. Ну и хер с ними. Пощадите, ребят. Вот опять впритык. На всякий. 30 секунд. 30 секунд. Я ничего не делаю. Давайте просто притворимся мертвыми и, может быть, мы затащим сейчас. Ну я понял стратегию, бля, ну будет обидно сейчас просрать, но нет, я не верю. Давайте поверим в удачу, то осталось-то фигня. Да! О, капец! Да, воткнул просто. Сейчас, погоди. Вот.
На, нахер! Третья ночь. Ну, это на самом деле легко было. Я вот опять впритык, но я рад, потому что мне опять повезло. Причем сейчас еще хуже получилось. Сейчас мне больше не повезло в том плане, что мне меньше времени оставалось. Ой, ну в смысле... Ну, вы поняли, что энергия закончилась раньше. Но все же... Все же я это сделал. Да. Это четвертую ночь без труда вообще пройду, мне кажется. Неоднократно замечали черный силуэт мужчины возле бара Гус. Все свидетели утверждают, что неизвестный тип ни на кого не обращал внимания, а просто стоял и тыкал носом. Пока нет объяснения этому явлению. Бля, играли как-то легко. Опа, здорово. А это что за прикол? Алло, я поздравляю вас с четвертой сменой. Если я не ошибаюсь, вам в качестве подарка должны были дать игрушки в виде наших замечательных птиц, угу. Чтобы ваши друзья были с вами не только на работе, друзья. Но и дома. Больше мне нечего сказать. Удачи, бодрствуйте на работе. Спасибо, брат. Ничего себе, друзья, не дай бог таких друзей, извините меня. Но аниматроники пока те же самые, они не меняются, в принципе, я имею в виду... Во второй ночи добавился типа Фокси, а так по аналогии с FNAF 1, тут аниматроники все те же и действуем по той же стратегии. Говорится, да? Смотрим, следим за этими петушарами. Кстати, в прямом смысле, ну, как не петухами, гусями, но ладно. Обрадовался, как будто какой-то экстрим прошел, бля, реально. Ну или инсейн. Бля, не успел, ну ладно. Бывает. Так, ладно, короче, действуем быстро. Да, этот же гусь напал, он, ну, как-то тут странно получилось, он телепортировался прям, я вовремя дверь не успел закрыть, ну, окей. Собственно, четвертую ночь я пройду последний на сегодня. Ребята, я прям реально рад. Вот если сейчас четвертую ночь затащу, то мне кажется, вот это реально не так трудно. Это как будто реально тот же FNAF 1, но непривычно тут. Непривычное расположение камер, но игра по факту та же самая по геймплею. Ну, по сюжету немного другая, но это реально хорошая пародия, качественная. И, кстати, по-моему, выполненная не в 3D, я имею в виду... А, ну да, не в 3D. Так, Фокси, бля, где Фокси? А, все нормально. Бля, смотрим, тут быстро они могут появиться. Так, смотрим, хорошо. Кто-то топает, сука. Здорово. Ну это баг, типа, да? Типа меня. А если бы я камеру не открывал? Может, прокатило бы, не? Ну, не знаю. Так, эти на месте. Так, следим, ребят, вот за этими. Раз гусь, два гусь. Тут, по-моему, четыре аниматроника, да? Белый гусь, зеленый гусь, серый гусь, или как вот он? Черный гусь, какой-то темный. Так, это вообще херня. Но скримеры вообще не страшно, ребят. Эту игру сейчас нельзя назвать хоррором, я считаю. Полноценным. Вот реально. Аналог FNAF 1. Бля, никого нет, у меня уже глюки. От того, что не выспался. Да не, не глюки, просто не зацепил область вот этого вот экрана. Бля, я боюсь упустить. Ага, этот уже приготавливается. Хорошо, Фокси. Ну, типа Фокси. Здорово. Закрываем дверь нахер. Хотя пока он там, может быть, и не надо открывать, я не знаю. Ну, бля, он так расходует энергию, что извините меня, нет, ребят. Опа, наготове. Палим, сучару. I hate guess. Я тоже ненавижу гусей. Свалите нахер все. По кнопкам еще надо попадать. У меня это самая большая проблема. Бля, что-то не нажималось. Сосать! Соси. Тихо. Как бы мне не соснуть. О, бля, вообще шикарно укладываемся. Не прошло и... Прошла треть ночи, и уже... И всего лишь три четверти... Ой, четверть, точнее, энергии мы потратили. Вообще, ребят, шикарно. Может быть, и даже... Опа! Вот единственное, что нужно быстро реагировать прям. Зашибись. Бля, где вы, сучар? О, здорово, здорово. Не, до свидания, уходи-ка ты нахер.
Я просто стратег, я просто прошаренный, ребят. С таким раскладом, собственно, и не составит труда пройти 7 ночей. Ну нет, все-таки 7-я жесткая будет. Ну, по ощущениям, как будто третья ночь во FNAF 3. Ой, бля. Какой FNAF 3? Во FNAF 1. Ну, не знаю, мне кажется, тут ночи чуть легче, как бы... Ой, нахера закрыл. А, нет, все правильно. Ха-ха. 3 часа, бля, ребята! Вот не соснуть бы мне. Вот это будет очень обидно, конечно. Все, энергии особо не экономим. У нас пока есть. Ага, этот на... Это не нахер. О, бля. Не-не-не, чувак, не надо. До свидания. Иди-ка ты нахер. Друзья мои, суки. Падлы те еще. О, прям меня в камеру смотрят, сука. Сейчас я могу не успеть, бля. Могу соснуть по полной, сука, программе. Где ты? Да, бля, нет, сука. Я зря дверь открыл. А он там стоял, господи, капец. Он там стоял. Ладно, ребят, сейчас более внимательно все-таки. Ладно, ничего, пройду 4-ю ночь. Я просто лоханулся что-то жестко, не знаю почему. А он там стоял, его не было потом, но он... Ну это баг игры, недоработка, возможно, какая-то. Ну и хер с ним. В общем-то, ничего сложного пока. Но все равно обстановка накалилась. По камерам. Камеры наши все. Так, еще раз по камерам. Опа, черный гусь на подходе. Да не, вообще какой-то изи демон, серьезно. ГДшеры поймут. Хотя, что я говорю, большинство из моих зрителей же ГДшеры, ну, даже, возможно, все. Смотри, как хорошо уклад... До свидания. Всё, соси. Бля, 80%... Ребят, давайте установим мировой рекорд по минимальному... По минимальной затрате энергии. Что-то я слышу. Спидран, ребят. Куча. А от тебя-то как спасаться? Или никак? Или это типа как спрингтрап какой-то, не? А, ушел. Хорош. Здравствуйте. Вот топает, сука. Подбежал. Ладно, дверку вот так вот сделаю на всякий пожарный. Здесь никого. Как укладываемся, это замечательно прям. Так что и вы, гуси, тоже укладываетесь. Нет, не в график свой убийств. Охранников, а... Ага, у меня дверь закрыта, все, не ссым. Я уже начал ссать, но нет. Тут, сука. Не знаю, зачем я сделал это. А ведь внезапно нас могут убить, хотя я пока контролю ситуацию. 52%, ребят. 51 уже. Бля, по камерам-то не забываем, смотри. Хотя, бля, этот на подходе, чувак. Сука, что же мне делать-то? Там кто-то был, да? Мне не показалось? Там, по-моему, кто-то был. Вовремя дверь закрыл. Ушел. Не знаю, там реально, по-моему, кто-то был.
А где остальные? Бля, сука, смотрит меня в душе. Да не, бля, все две. Закрывай. Да закрывайся, сука. Выруби. Бля, ну все. Сейчас я сосну, походу. Не, просто обосрался. Ну как бы перестраховаться-то надо. Хотя, бля, мне может не хватить энергии. Хотя не, ребят, укладываемся. Полтора часа, даже меньше. Свидание. Свидание. Все, ребят. Еще какой-то час с хером остался. Закрываем. Да нахер я, сука, нахера? Все двери-то закрываю. Ну это от паники. Это... Сука, вот бы. Да вырубись. Если я сейчас сруб каким-то образом, то я не прощу тебе этого никогда. Это будет хуже фейла в конце экстрима, бля. Я не могу всрать. Почему-то я волнуюсь. 40 секунд осталось, ребят. 40, мать его, секунд. Я могу сейчас вообще все двери закрыть. Ни хера не делать, по факту. Но энергия прям полетела, не. Я могу вообще, в принципе, камеры не открывать. Бля, ну Фокси. Он просто так не появляется. Я в том смысле, что он все равно... Дверку, кстати, закрою. Все, ребят, давайте эпично. Все двери закроем. 100% пройдено. Не ожидал, что это будет настолько легко прям. Да, ребят, две ночи за одну серию. Новое достижение. Четвертая ночь. Сосад. Все. Я красавчик. Все. На этом... На сегодня с ночами все. И давайте напоследок посмотрим, какие тут остальные достижения. Так, ну это понятно, значит. Первые 4 ночи я прошел. А шестая ночь 3000. А заслуживает ли это того? Ничего себе. То есть смотрите, за каждую последующую ночь плюс 500 хп прибавляется. Ничего себе. Но если честно, оно того не заслуживает. Тут реально... Первые 4 ночи, на самом деле, легкие, если понять стратегию. То есть, если именно понять. Стратегия простейшая. Но, мне кажется, дальше будет повышение. Я не знаю, в какой прогрессии, геометрический, алгебраический, еще какой-то. Но, судя по всему, нет. Типа, 6-я ночь, 7-я. Ну, дальше, мне кажется, реально жопа будет. Can you end it? Так, еще одно достижение. Можешь ли это завершить? Поиграть бесконечный режим. Поиграть. А если он бесконечный, как его пройти? Что тут подразумевается? Типа продержаться определенное количество времени. Стоп, значит. Что значит, можешь ли ты его закончить? Типа так. Ага. Make you on night. Complete custom night nightmare. А еще какая-то 8-я ночь, что ли, есть, или что? 20-20-20. А, ну это как во FNAF 4, типа. Так, пройти custom. Пройти... Бля, погоди сейчас... 20 тысяч хп, нихера себе! Но мне кажется, это все-таки легче будет, но... Легче, чем 20 тысяч хп, не. Пройти дополнительную ночь, или кастом как переводится? Кошмар на максимальной сложности, на хард. То есть, играть... А вот это вот хер меня, да? Это я не узнаю, к сожалению. Пока не поиграю. Не поиграл бы, но я тут все достижения, скорее всего, не смогу выполнить. Но, по крайней мере, на видео не буду этого делать. Потому что это прям затянется. На этом на сегодня все. Я очень рад, что так быстро, да и вообще, что я прошел еще две ночи за одно видео. С вами был Никель. Увидимся!